Вот такое вот цивильное помещение есть. Сейчас покажу вам, где оно находится. На трассе Р-257 между Дивногорском и Красноярском в районе Слизнева расположена смотровая площадка. Слизневская смотровая площадка, так называемая «Царь рыба». Но я хочу показать вам еще вот эту штучку. Тут, в принципе, она уже обустроена. И самое интересное, что здесь есть цивильный туалет, бесплатный туалет. Работает он, по-моему, с 9 до 5, то есть в рабочее время. Если вы едете в Дивногорск от Красноярска или с Красноярска в Дивногорск, то если нужда будет, то можно воспользоваться. Но мы, в принципе, сейчас идем не ради этого. Сегодня 4 сентября 2021 года. Суббота. Суббота, 12 часов дня. И вот на смотровой площадке народ заезжает и смотрит, и любуется. И мы тоже пойдем. Мы тоже ехали мимо. Но сейчас остановимся на 10 минут и посмотрим, что у нас здесь есть. Что у нас здесь есть сегодня, 4 сентября 2021 года. Это своего рода, знаете ли, такой срез истории. Вот это вот сувенирные лавки. По-моему, 4 или 5 сувенирных лавок. Торгуют сувенирной продукцией. Площадочка обустроена. Выложена камнем. И вот такими вот деревянными, значит, террасами. Вот. Тенистые деревянные террасы. И тут вот есть такие крытые дощатики, наверное, или места отдыха числом 3 штуки. Вот так они выглядят. Вот так они выглядят. В общем-то, так. Место, где можно перекусить. Единственное, что там есть кафешка. Ну, если что-то свое возьмете, чаю из термоса попить, тоже будет неплохо. Ну и опять же, 5, ну не 5, наверное, 10-15 минут, если куда-то едете, вам роли не сыграют. Просто придете, посмотрите, как здесь все обустроено, как все сделано. Ну, все-таки этой площадочке уже очень много лет. И вот давайте зайдем, скажем спасибо человеку, который сделал это. Вот Старовойтов Петр Алексеевич. По его инициативе это было сделано. Вот так примерно какая-то. Человек оставил после себя память. Это, так понимаю, был каким-то начальником дорожным. Ну вот, наверное, хорошим человеком. Но запомним мы его благодаря вот этой вот площадочке. Угу. Площадочка охраняется. Значит, есть охрана. Сидит. И даже такой еще момент. Я не знаю, насколько это верно, насколько это пушка такая, или это пушка, что вот эта вот скульптурная композиция «Царь-рыба», осетр, у него некоторые посетители усы вырывают. И вот что у охраны есть запасные такие детали, и они восстанавливают время от времени. Ну, насколько это верно, я не знаю. Так. Ну вот, надеюсь, вы увидите. Это река Енисей. Так, вон там на горе, видите? Это уже город Красноярск. Академгородок. Ну-ка, что такое? Что-то тут у меня барахлит. Мой телефон.
Ну, опять же, всем говорю, если вам что-то не нравится, возьмите свой телефон и снимите видео и выложите его в социальную сеть. Какая там? Одноклассники, Контакт, Инстаграм, ТикТок, Ютуб. Видите, как много их. Ну, как много соцсетей, где можно делиться видами. Да хоть чем можно делиться. Ну вот видите, как активно используется площадочка и памятник Царь Рыба. То есть, если вы едете, даже если у каждого, наверное, единогорца есть в альбоме такая фотография на фоне Царь Рыбы. Есть она и у нас. Ну вот так вот. Это внизу так называемая Ваканская трасса, дорога Р-257. Начинается она от Красноярска и до Кызыла. Это вот вдалеке село Овсянка, родина сибирского писателя Виктора Петровича Астафьева. И там же находится библиотека Астафьева и музей Астафьева. Вот. У меня есть много видео с той локации. Вот так вот вверх по течению, если смотреть по Енисею, то километров 20 находится город Дивногорск. Вон даже его, по-моему, видно. Дома его светятся, это самое, светятся. А еще выше от Дивногорска, километров в 5, находится Красноярская ГЭС. А потом еще водохранилище. Километров, наверное, на 400 тянется. До Абакана. Водохранилище такое вот. Ну вот. И на все про все мы потратим на этот вид 8 минут. Так, если вы досмотрели до сюда, то это видео для канала «Предпенсионер» Вениамин Рыбаков. Я Вениамин Рыбаков, и я предпенсионер. И сегодня 4 сентября 2021 года. Суббота, 12 часов дня. Вот так выглядит это место сегодня. Завтра оно будет выглядеть по-другому.